У нас тут какая-то необычная хрень. Значит, разбираю. Ну, был прокол. То есть приехал человек, оставил велосипед на ремонт, спустила у него камеру. Видите, насквозь вот здесь вот дырочка. Значит, разобрал. Какая-то такая хрень. Сейчас она не кристаллическая. Сейчас тепло. Вчера ночью было холодно. Она кристаллизовалась. То есть она была в форме кристаллов. Таких кислотно-желтых, непонятных совершенно кристаллов. Пока я разбирал, он там течет. Похоже, что это герметик какой-то, что ли. Но клиент говорит, что камера обычная без герметика. И пока я все это дело разбирал, мне попало на кожу и начало обжигать руку. Вот видите, вот такие вот, короче, кристаллы это внутри было. То есть то ли это какой-то кислотный герметик. Откуда он взялся, почему он дырку не заклеил, почему он течет. В общем, непонятно. Написал клиенту, сказал, меняем на новое.